Привет! Сегодня первый день лета. Если понимаете, о чем я. Как первый день встретишь, так проведешь все лето, поэтому... Господи, ребят, у нас сегодня должен быть потрясающий день. Вас ждет что-то просто суперклевое, и для этого суперклевого мне надо немножечко... Get ready with me. Пиджак цвета Maybe Baby, ребят, и это отсылка. Сегодня мне поможет замечательная девочка. И это... Мэйби! Я же думала, как бы помните, ты тут появится, давай. Спасибо. Сегодня нет милашка, все как надо. Итак, ну что, погнали? Мы будем использовать сыворотку. Да, как кто? У тебя не получится. Это как Maybe Baby и одеваться. Сегодня мы будем превращать Карину в девочку оскорбинку. Вот, она у нас и так оскорбинка, но... Пока не девочка. Как тебе не мальчик оскорбинка? Мне кажется, сыворотка очень важна, когда ты красишься, потому что она так увлажняет личико и... Особенно двойная доза. А в описании я оставлю ссылки на канал Френдзоны и на нас с Maybe в инстаграмчике, так что вы знаете, что делать после просмотра этого ролика. Итак, мы нанесли тон кушоном. Когда я не пользовалась кушоном? Нет, это выглядит как растухи. Дальше мы будем использовать пудру. Это помада. Да, у меня губы похожи на кожу столу, примерно в области колена. Вот, поэтому их надо уложить, чтобы... Мне кажется, что колени — это самая ужасная часть тела. Интересный факт. Maybe ненавидит колени. Ходит слух, что у меня 100 лет. Тебе 4. Мне 15. Ну, тебе скоро 16, через 2 года. Кого? Глаза сделаем тебе. Это хочешь, чтобы без глаз. Они есть. Мейкап из Ready Steady Go. Вот так послушаешь френдзон 24 часа, потом тебе макияж делают. Образ готов, мы закончили. Вот такой final look. Тебе нравится? По-моему, секси. Очень похож на меня. Девочка-оскорбинка, мальчики, соберитесь. Можешь тоже нас пофоткать? Да. Супер, почему я всегда с закрытыми глазами? Две фотки с закрытыми глазами. Мы пришли. Мы пришли в кино. На вот это я пойду, как только оно выйдет. Что? Всем пока.